Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. Тольяттинские пилоты получили заслуженные кубки от Российской автомобильной федерации. Самарские гимнасты заняли второе место на международном турнире в Америке. Самарские дзюдоистки завоевали золото и серебро на чемпионате мира среди военнослужащих. Мария Персидская в финале чемпионата мира по дзюдо среди военнослужащих выиграла золотую медаль, тем самым подтвердила титул победительницы летних всемирных военных игр. Другая представительница самарской школы борьбы Анастасия Конкина, победительница гран-при Узбекистана и Китая, на этих соревнованиях стала второй. В швейцарском Устере сборной России составили конкуренцию за места на пьедестале почета 13 команд. Самарские гимнасты Валентин Стариков и Андрей Макулов завоевали серебряные медали в командном многоборье на международном турнире Всемирно-олимпийской гимнастической академии. В Далласе, штат Техас, США, россияне проиграли только сборной Японии, оставив позади себя бронзовых призеров соревнований команду Украины. Пилоты гоночной команды «Лада» получили награды по итогам прошедшего сезона. В Москве состоялась ежегодная церемония чествования чемпионов России в различных автоспортивных дисциплинах. На кольце второй год подряд первым стал Дмитрий Бра. Генералисты Дмитрий Воронов и Василий Кричевский тоже поднялись на первую ступень пьедестала почета. Команда по турингу на чемпионате мира завоевала 9 подиумов, в том числе 3 победы на этапах в России и на финале чемпионата в Катаре. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой!